Третий отряд! Мы купаемся здесь. А местные ребята вон там, на острове. 3, 4, 5. Это Митрофанова. 6. Она у нас сегодня дежурная. 8. Вожатые нашего отряда 10. Валя. 10. Это Стасик, Димка, Венька, Лера, Неля. Тапочки. 4. Да, знаете, кто у нее дядя? Товарищ Митрофанов. Это наш физкультурник. Да не этот, это который с огурцом, это завхоз. А физкультурник этот. Зимой он учится в университете, а лето проводит в пионерских лагерях. Ребята зовут его Гусем. И он не обижается. Докторша. А это наш начальник лагеря, товарищ Дынин. 22, 23, 24, 25, 26. Раз, два, три, четыре. Мальчик, а ну марш отсюда. Эти местные нам всю дисциплину подорвут. Да бросьте вы. На том конце деревни, говорят, коклюш был. Надо всячески оберегать наших от контактов. Оберегать от контактов, тактов, тактов. О, я с ужасом жду родительского дня. Мало нам местных, так наедут еще по целой носители из города. Ну и что? Очень хорошо. Вова! И зачем ему этот родительский день? Так говорят, Митрофанов приедет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Наденьте тапочки! Пусть все наденут тапочки! Что случилось? Ребята, ну быстрее же, быстрее! Ну, надевайте же! Чьи это тапочки? Мои! Слушай, кто пропал? А я что, знаю? Вырвался. Ушел. Три, четыре. Это я. Это меня зовут Костяночкин. Это я с местными уплыл на остров. Я очень хорошо плаваю. Не верите? Сейчас, минуточку. Да я эту речку могу переплыть 100 000 раз. Если хотите знать, у меня 2,12 на спине. Если бы я был женщиной, я бы был чемпионом Союза по плаванию. Когда я был маленьким,
Я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили. Какие газоны разбили. Водопровод. Телевизор. Газовая кухня. Парники, цветники, мероприятия. Дети, вы хозяева лагеря. Вы. От вас что требуется, друзья мои? Дисциплина! Я категорически запретил переплывать на остров. А Иночкин нарушил мой запрет и переплыл. А там, может быть, коклюш? Да нет там ничего. Третий отряд, разговорчики. Берите пример со второго отряда. Кто поручится, что Иночкин теперь не несет в себе заразы? Кто? И это не первое нарушение Иночкина. В день приезда он фехтовался на палках, а вслед за ним все стали фехтоваться. Даже девочки. Ночью под одеялом он зажег фонарик и читал книгу. И все стали читать книги. А сегодня уплыл на остров. Так что ж теперь, все будут уплывать на остров, а? Так давайте лучше уж начнем через речку прыгать. Более того, в вещах Иночкина обнаружены лески, крючки, поплавки. Как вы думаете, для чего все это? Картина складывается отрицательная. Я издал приказ об отчислении Иночкина. Все. Я думаю... А ты меньше думай. Ну, что он такого ужасного сделал? Ты который год в лагере работаешь? Ну, первый. А-а-а. Компот хочешь? Так он же пловец. 2.12 на спине. А те, которые плавать не умеют, те и не тонут. Тонут совсем другие. Неужели ты думаешь, что мне, Иночкина, так легко от сердца оторвать? Товарищ Дынин, так верните Иночкина. Я за него отвечаю. Честно, комсомольское все будет хорошо. Хорошо, хорошо, не так волнуйся. Так я еду. К вечеру мы уже будем. Ты дослушай! Вот ты из одного Иночкина хлопочешь. А у меня таких Иночкиных 263. Понятно говорю? Понятно. Компоту хочешь? Нет. Все. Пошли, ребята. Дети. Ну что, пловец, доплавался. Раньше надо было думать. Держи билет. Дома-то есть кто? Бабушка. Здоровье-то крепкого? Угу. Ну ничего, может, переживет. Сам-то доедешь? То мне с тобой контельце некогда, у меня молоко киснет. Ты жива еще, моя старушка, жив я, привет тебе. Thank you.
Ну вот, предположим, приеду я. Бабка ничего не знает. Пока что поет. Сейчас увидит меня и скажет: Костя, тебя что, из лагеря выгнали? Прожил век. Костя, тебя что, из лагеря выгнали? Ну и, конечно, ты меня в гроб гонишь. Ты меня в гроб гонишь. Ну вот, началось. Говорить начнут. Когда он был маленький? Когда я был маленьким? У него, конечно, тоже была бабушка. У меня тоже была бабушка. Но за всю свою жизнь он не смог, а я смог. За всю свою жизнь я не смог огорчить ее до смерти. А он смог. Танцевать можешь? У нас все девчонки могут. Покажи. Пожалуйста. Ла-ла-ла. Научи меня. А тебя тоже чему-нибудь научу. Телепатию научить? Чего? Ну, всякие мысли внушать на расстоянии. Космос, космос, на-на-на. Ему внуши. Запросто. Ну, что ему внушить? Чего-нибудь. Сейчас. Дурак. Честное слово, это не я.
Это он сам. Нель. Там кто-то есть. Волком пахнет. Или барсуком. А ты барсука нюхал? 100 раз. А че это вы здесь делаете? А? Давай, иди, Гуля, отсюда, давай. Иди отсюда. Да ладно, ладно. Дим, давай его выменим. Сейчас. Подойди. Космос. Фас. Все, привет. Эх ты. Да ладно. Подержи. Давай. Ой. Ты что, озверел, что ли? Костя? Внимание! Дослушайте информацию. Завтра родительский день. Завтра, ребята, нам предстоит взять рекордную высоту. Да, по дисциплине, по организованности, по талантам. Кушай, кушай. Кто отсутствует? Иночкин. Сомкнись. Ну так как же с талантами? У меня 3. Со всего-то отряда? Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои, простите, не поверю. По полкотлеты. А если кто петь, танцевать не умеет, пусть стих выучит. Вольные движения под аккордеон. А лучшие из вас, самые достойные. Вспомним, ребятки, кого мы называем самыми достойными? У кого хорошая дисциплина? Правильно, еще. Кто все до конца съедает? Кто в тихий час пьет? Кто кроликом травку рвет? Молодцы. Так вот, самые достойные пройдут круг почета в маскарадных костюмах. А фокусы показывать, это талант? Талант. Ну ладно, запишите меня, я летающую даму покажу. Давай, давай, правильно. Только без карт. Ребята, фокусы, художественная пирамида, пантомима, все годится. Кушай, кушай. Митрофанова, ну как, сведения подтвердились? Угу. Угу. Ну вот и товарищ Митрофанов приедет. Ты кушай, кушай. Закон знаешь? А? Не знаешь. А ну-ка, ребята, дружно покажем. 3, 4. Какая немка, лук и нем. Тихий час. Для всех, кроме нас. Угу. Пошли, пошли. Ребята, давайте положим котлеты в шкатулочку с сюрпризом, а то мало ли что. Быстрее. Давай быстрее. Так. А ну, что это у вас тут? Да, пожалуйста, пожалуйста, посмотрите. Да. Пионеры, а мучаете птицу. Нехорошо. Да, да, ты качаем штаб, уничтожен был микроб. Глупые шутки. Пока все костюмы не обработаем, никакого маскарада не будет. А костюмчики не полиняют? Нам что, красота нужна или здоровье детей? Не, не полиняют.
На них уже формалин лили, пемзы их терли, хлорку окунали. А в лагере химзавода, говорят, и паяльные лампы калили. Да их лет 6 по разным лагерям таскают. Очень проверенные костюмы. Это что за новости? Я инструментальный квартет освободил от сна. Пусть тренируются. Играют. Виртуозы. Быстрее. Что это вы здесь делаете, а? Иди, иди, иди отсюда. Да ладно, ладно. Что читаешь? Чехова. Зачем? Смешно. Много смеешься. Ты бы лучше журнал «Вожатый» почитала. Опыта-то нет. А вот и царица полей! Музыка! Тушь! Здорово, кукуруза! На химзаводе торт получила? Получила. В почтовом ящике торт получила? Получила. И у нас получишь. Точно. Леш, котом в сапогах премию давай. Товарищ Дынин. А сейчас бабу вам большое внимание. Может, стручка премируем? Если бы надо было стручка премировать, на химзаводе проявили инициативу. Не волнуйся. Зимой эти костюмы на елке, летом в лагере. Видеть их больше не могу. Не можешь, не смотри. Нет, серьезно. Неужели ребята сами не могут сделать себе костюмы? Клей, обои, папиросная бумага, все. Гордость надо иметь, что мы беднее других. Папиросную бумагу детей заворачивать. Давайте лучше манилочной заниматься. Решим, кого в царицу полей наряжать. Известно кого. Митрофанову. У нее же дядя. Тихо! Самое жуткое, что завтра родительский день. Да брось ты! Родители лично в Черном море купаются. А бабка? А то! А ну спать, спать! Ну точно! Вот приедет завтра Костина бабка. Где мой внучек? Да как он поправляется? А внучка-то нет. Тут такое начнется. Эй, мужики, родительский день надо отменить. Чего-чего? Отменить. Отменил один такой. Давай. А знаете что? Надо заявить так. Раз родительский день, то пускать только родителей. Заявил один такой. Да нет, точно. А то это все кому не лень. И детки, и бабки, и тетки, и дядки. И вообще седьмая вода на киселе. Будто больше и поехать некуда. Есть. Есть! Что? 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 Эпидемия! Какая? Крапива! Тяните. Атос,
кто-то дышит. Где? Да нет там никого. Ну да, нет, у меня слух, как у Филина. Дяди племянница, Вавилона на голове устраиваешь. Понятно, говорю. Через майку прожгет. Снимай, снимай! И трусы. Да ладно. А ты что думала, ты как загар? До сих пор эпидемия зад белый? Давай! Ну что, вы столкнуть, что ли, не можете? Можем. Здесь будут родители и гости. А пусть они лучше на траве сидят. Там тени удобнее. Подумаем. Куда ставить-то? Да подожди ты. Крокодил. Вижу. Здесь будет зона аттракционов. Бег в мешках? Так точно. От той плевательницы до фонаря. Угу. Ответственный ты. А давайте сами придумаем. Ну, надоело же. Опять мячи кидать. Опять кольца кидать. Опять петли на удочке кегли ловить. Ну, чего-нибудь новенькое. Неужели не можем? Новенькое. Подумаем. Куда ставить-то? Да подожди ты! Значит так, здесь мячи кидаем, здесь кольца кидаем, здесь петлей на удочке кегли ловим. Ну,
А что вы здесь делаете? Уйдите. Ну ладно, ладно. Разработка костюмированного парада. К делу, к делу. Руководитель объясняет. Что объясняет? Тут стерлось. Дай сюда. Инструкция старая. Старая. Но никем не отмененная, между прочим. Понятно, говорю? Руководитель объявляет. Дети. Внимание, начинаем парад карнавал. Внимание! Начинаем парад карнавал! Музыка! А, пожалуйста! Иди сюда! Отойди ты! Чтобы завтра у нас порядок был, площадку разобьем на сектора. Дети отдельно, родители отдельно. Скандирование поручим обслуживающим персоналу. Так, дети в карнавальных костюмах организованно выходят на площадку. Шагом! Марш! Миленький, даже стой. Что ты? Даже спокойно. Ой, это что? Ой. Я Восток 7. Сообщаю всем. Про матушку, про бабушку, про дедушку, про бабушку. Скажи-ка, дядя. Что? Ведь недаром Москва спаленная пожаром французы отдана. Здесь зрители аплодируют, здесь зрители аплодируют. Аплодируют. Кончили аплодировать. Приветствую вас. Приветствую вас, товарищи маски. Поздравляю вас с родительским днем. Ну. Ура! Парад, стой! Раз, два. Отменить родительский день. 5 обмороков, 4 с сыпью, инфекция, интоксикация, карантин. Карантин! А Митрофанова? Пока здорово, все 5 случаев мальчики. Что такое? Кто такие? Как без штанов?
Понятненько. Папа, бабушка, дедушка. Родичи зовет. Никитин, Шарафутдинов, Стабовой, вся компания. Что же делать, а? Подожди. Заболели. Болезнью заболели. Амурские волны. А вы говорили, талантов нету. Артисты. Художественный театр. Лжецы. Симулянты. Самострелы. Вон отсюда! Слышно. Дети хозяева лагеря, дети хозяева лагеря. А все важные вопросы решаем без них. Да брось ты что-то в этом хулигане печалишься. Вот увидишь, тебе без Иночкина легче станет. Если бы ты знала, сколько он товарищу Дынину крови попортил. Крови попортил. Ну да. Если бы я ему хоть каплю крови испортил, то бы такое началось. Сейчас опять говорить начнут. Нужно срочное переливание. Кто отдаст свою кровь? У тебя какая группа? Левая. У тебя? Третья. А нужна 33-я группа. Это очень редкая кровь. И тут выйду я. У меня 33-я. И ты пожертвуешь своей редкой кровью? Да. Ну, сейчас все, конечно, начнут аплодировать. Иночкин, Иночкин, ты был для меня кровным врагом, а сейчас стал кровным братом. Но в лагерь я все равно тебя не верну. Ты купался не в положенном месте. Ну, а что делать? Иночкин. Иночки. Свинки, но будь, все вместе пойдем. В темноте никто не узнает. А то тебе должна быть скучная. Ничего мне не скучно. Мне Шарафутдинов книжку дал. Я по ней фокусы разучиваю. Показать летающую дал. Покажи. Так вот вы где. Три пухи! Кто? Цветочки тут всякие! Никакой тайны доверить нельзя! Кто до него про нас стукнула? Сами мы стукнули! Мы? А кто же? Кто до него зеркало Шагалову отнес? Какой Шагалов? Разбил его на обложке! Никто не относил! Значит, она сама туда пришла! А про Графима он сам догадался, да? Кто здесь? Мы.
И мальчики? Отлично. Что же вы здесь делаете? Картишки дуемся. Кинодрачка. Стыдно, девочки, а ну вылезайте. Так. Сегодня подкидной, завтра азартные игры, отвлечение от созидательного труда. Понятно говорю? Понятно. Без работы. Почему это наша? Ура, это ваша. Ой, миленький. Ой, бедненький. Ладно, ребята, пошли на репетицию. Пошли. А дрожить-то как? Сережа! Без... А похож. Но вылитой, Костя. Вылитой, Инночка. Костя, сидишь? Сижу. А меня Дэня вызвал. Пускай, говорит, к родительскому дню молнию, карикатуры и подписи ха. Изобрази, говорит, Костю Иночкина в жалком виде, когда он из воды вылез, чучку догнет. Так ты нарисовал или нет? Только ты не думай, что я трус. Я когда надо в крапиву прыгал, без штанов. Так ты нарисовал? А что мне было делать? Меня ж в редколлегию выбрали. Костя. Костя. Как? Ничего. Раз, два, три, стоп. Второе упражнение. Приготовились. Начали. А что вы здесь делаете? А? Раз, два, три. И давай гуляй. Бери отсюда. Ну. Да ладно, ну, ладно. Ну, кашни гуляй. Смотри, смотри. Вот что это. Два, три. Следующее упражнение. Что же, Иночкин теперь так и будет в темноте сидеть? Может, ему нору под трибуной прорыть, а? Точно! Он и будет туда-сюда ползать. Где бы незаметно достать лопату или совок? Да никто тебе лопаты не даст. Мне? В той смене один мальчик черенок сломал, теперь все запирают. Внимание! Дай я. Ну, дай я еще. Ну, дай. Смотри. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 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 Здесь зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать. Ой. Здрасте. Ой, свинья. Девчата,
А правда, что Костя вернулся? Правда. А это ваша свинья? Наша. А что? Рожа. Ну что, Костя, пролезешь? А? Не знаю. Ребята, оттащите ее, проверим. Сейчас, Костя, сейчас. Костя, учти, голова пролезет, все пролезет. Да знаю я. Нет, ребят, давай еще. Давай, Костя. Рвается сильно. Довольно! Жизнь законом! Каждым Адамом и Евой! Клячу истории законим! Левый! 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 Куда ставить тебя? Да подожди ты! Куда ставить тебя, Фатасену? Не надо эту самодеятельность. Это же Маяковский. Знаю. Маяковский в каком классе проходит? И потом по тематике нету. А да, Еве. Ну и что? Не надо. Стих «Наш лагерь» выучили? Выучили. Молодцы. Пирамиду смотреть будете? Посмотрим. Приготовились? Чего тебе? Торт готов. Сейчас зайду. Делай. Раз. Делай. Два. Три. Рассыпь. Ну, как? Выразительно. Это можно. Начали. Лагерь наша большая семья. Марат идет. Ну, чечи, ну. Мы бодры, веселы. Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как? Веселее. Молодец, понял. Вот так и продолжайте. Встань на место. Начали. Лагерь наша большая семья. Мы бодры, веселы. Хорошо нам живется, друзья. Юда. Двурушник сам храпил, прыгал, а сам. Ну, разговорчики, 3-4. В соответствии с распорядком начинаем мы утро с зарядки. Давай, вставай же. Эта свинья готова. Перекормили. Ух, сейчас я ее. Не смей, безживотное! Слышишь? Не смей! Ее надо лаской. Что это тут делает? А? Ты иди отсюда, быстрее! Да ладно, ладно. Что теперь делать-то будем? Ребята, будите ее, будите, ведь погорим же. Вот так делать мне! Чего ты делаешь? Убьешь! Держи ее! Держи ее! Убери! Веселы! Кабан!
Сбегай к завхозу, пусть придет с ключом. Я не могу. Почему? Я ногу подвернул. Вот новости. Тогда ты сходи, Веня. Не могу. Почему? Не пойду и все. У него гланды. Ой, ребятки, что-то мне все это не нравится. Валя, у нас к вам серьезный разговор. Ну? Третьякова плюс 120 грамм. Ширяев плюс 140 грамм, Еременко плюс 20 грамм, второй отряд весь. Так, очень хорошо. Общий вес отряда 865 килограмм. Это они к концу смены за тонну перевалят. Вот это питание. Помню, у матери нас 8 человек было. Третий отряд. Андронов. Ну, подожди. Обслуживающий персонал. Так. Иночкин. Давай. Андронов 0, Барабин минус 8 грамм, Гарбузов минус 50 грамм. Минус сколько? 50 грамм. Товарищ Дынин, у меня к вам серьезный разговор. Опять про Иночкина. Сядь, ты лучше посмотри, что у тебя в отряде творится. У всех привес, а третий отряд на месте топчется. С чем приехали, с тем и уехали. А в других отрядах? Что ни день 100 грамм, что ни день 100 грамм, а то и 150. Товарищ Дынин. Что там Шарафутдинов? Минус 3 грамма. А? Даже Шарафутдинов. А причины знаешь? Сиди. Карты видишь? Играют в твоем отряде. И не только мальчики, но и девочки. Митрофанова? Минус 100 грамм. О, минус 100 грамм. Вот до чего доводят эти вавилоны на голове. Черт знает, что такое. Крапивы секлис, котлеты куда-то выносят. Может, побег готовить. Или еще похуже. Да, ну ничего, ничего. Ты что, Валентина? Может, у нее что-нибудь личное? А, Валя? А Иночкин в лагере. Что? А Иночкин кино смотрит. Так. Так. Закрывай, закрывай быстрее. Тихо! Тихо, говорю! Тихо! Ваше Величество, пустите меня, умоляю! Механик, прекратите картину! Зажгите свет! Что такое?
сидите, сидите, сидите. Сидите. Что вы ищете? Ничего, ничего. Так не надо! А Парфана убьет? Убьет, убьет. Давай! Держи! Бегу! Бегу! Не, я домой поеду. Завтра бабка приедет. Тут такое начнется. Никуда ты не поедешь. Нет, поеду. Ты лучше ешь, ешь. Главное, на суп налегай. В жидкости вся сила. Подумать только, второй день без первого. Да второй день без первого, первый день без второго. И два дня без третьего. Я бы так не мог. Погоди. Ты с ним говорила? Бесполезно. Ну, ты что, бесполезно? Я ему говорю, куда ставить-то? Он говорит, да подожди ты. Я говорю, куда ставить-то? Да подожди ты. Да подожди ты. Все. Может быть, еще раз поговорить? Битый номер. Ну, как человеку можно объяснить, что, например, детей любить надо? Я, конечно, эту смену отработаю, а там резко вопрос поставлю. Либо я, либо он. Тихо. Придумал. Ну, чего? Придумал. У тебя деревенские ребята знакомые есть? Угу. Надежные ребята. Угу. Кто здесь? Маша, а ты? Очень хорошо. И заведующий хозяйством? Отлично. Что же вы здесь делаете? Ужинаем. Что? Закусываем. Нашли место и время. Чтоб завтра не в одном глазу. А потом поговорим. Дети. Помчат нас вперед от звезды до звезды.
Нет, нет, зачем? Первый я там оставлю место. Ничего, ничего, проходите, пожалуйста. Способные ребята о пароходе не сидят. Так, прошу вас. Начните номер сначала. Прошу вас. Ничего, некоторые еще не видели. А ну-ка, ребята. Ребята, садитесь. Начинайте, пожалуйста. День ото дня все веселей, живем мы и чудесней. Внимай, земля, споем тебе про космонавтов песню. Заправлены в планшеты. Эту песню, товарищ Митрофанов, Гагарин пел в космосе. Так, понятненько. Здесь делать, а? Иди, иди отсюда, иди, иди. Внимание! Начинаем парад «Карнавал». Маски. Поздравляю вас с родительским днем! Ура! Парад! Стой! Царица полей, где Митрофанова? Ребят, кому торт дадут? Кукурузе! Царица полей! Где Митрофанов? Сейчас все будет. Без сюрпризов не можете. Thank you.
Да при чем тут я? А при том, что царица полей никто иная, как ваша племянница. Откройся, царица полей! Ничего не понимаю. Да все понятно, товарищ ты. Ребят, погода-то какая? Айда купаться, а? Пошли. Давай, куда? Куда же вы, товарищи? Программа еще не кончилась, у нас еще много мероприятий. Аттракционы, викторины, комические эстафеты. Куда же вы? Подождите. Куда же вы, товарищи? Сейчас же не время купаться. Товарищ, я хотел как лучше, чтобы дети поправлялись, чтобы дисциплина была. Как же это, товарищ? Прыгаем. Ага. А-а-а-а! Понятно. Ну вот уже прыгает. Ну, прыгайте, прыгайте. Прыгайте. Дети. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?